Эй-эй! Ну что, пришла пора узнать всю правду о вопросах в прошлом видео. В каких словах тон голоса повышается два раза, а не один? Вот эти слова. Зачитаю, чтобы все точно. Farlig. Struntprat. Kvinna. Dansar. Barnbarn. Андел. Вот такие дела. В этих словах два раза мы повышаем голос, тон голоса. Что мы делаем дальше? Друзья, сегодня я буду делать страшные вещи. Я буду говорить с ошибками. А вы меня будете исправлять. Да-да, именно так. Подождите, я открою свои ошибки. Старалась над ними долго. В чем тут дело? Я прочитаю вам 4 предложения, отдельные друг от друга. В каждом из этих предложений есть подвох. Этот подвох в одном коротком слове. Мы говорили об этом феномене шведского языка в одном из видео до марафона. Незадолго до марафона. Ну что ж, я читаю. Ушки на макушке. Где подвох? Какое слово должно, возможно, читаться чуть иначе? По одному короткому слову в каждом предложении. Итак. Bra. Min väska är redan full. Varför är du så sur? Jag är så trött på ditt buss. Fara, det är glass på golvet. Вот такие дела. Ну что, напишите, в каком слове, как вам кажется, как вы его услышали? Подвох. Напишите в комментариях, мы будем рады. И это последний, заключительный день нашего марафона. Вы были такие молодцы. Давайте еще немножечко. А правильные ответы я расскажу вам в следующем видео, то есть завтра в 18 по Стокгольму, в 19 по Москве. И буквально расскажу, в чем там было дело, чтобы все было ясно и понятно. Ну что, по секрету.